Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Генеральный спонсор тележурнала «Страна Советов» – стоматологическая клиника «Центродент». Клиника «Центродент» – полный спектр стоматологических услуг. Ортодонтия, протезирование, имплантация, детская стоматология и многое другое. 25 лет успешной работы, 95 врачей-стоматологов. Мы ждем вас ежедневно с 8 утра и до 9 вечера без выходных и праздничных дней. Клиника «Центродент», улица Калужская, 30-38. Запись по телефону 95-77-03. Всем привет! Меня зовут Оля Миланович, и это глянцевый тележурнал «Страна Советов». Всеми любимое время года уже не за горами. Бронзовый загар, босоножки на высоченной шпильке и, конечно же, легкое белое платье. Разве не эти ассоциации вызывают у вас слово «лето»? Однако все не так уж и просто, ведь пляжный сезон диктует свои правила. А значит, самое время приводить в порядок тело и, соответственно, мысли. О том, как встретить лето во всеоружии, узнаете на страничках нашего глянца. Смотрите в свежем номере тележурнала «Страна Советов». Улыбка, способная покорить мир, или возможности современной стоматологии. Идеальный маникюр на раз, два, три. Развеиваем миф о том, что женщина и техника – несовместимые понятия. Подбираем новый образ для пляжного сезона. Лето – пора новых знакомств, улыбок и смеха. Разумные девушки уже начали активную подготовку к летнему дефиле по улицам города. Ведь так приятно ловить на себе восхищенные взгляды противоположного пола. Неотъемлемой составляющей модного образа во все времена считалась белоснежная улыбка. Причем теперь стать ее обладательницей очень легко. Подробнее об этом расскажут специалисты прямо сейчас. Пародонтит по праву можно считать одним из самых распространенных заболеваний полости рта. При появлении первых же симптомов немедленно обращайтесь к стоматологу. Раннее вмешательство поможет избежать дальнейших осложнений без операций. Если его вовремя полечить, то в принципе зубы можно сохранить на всю жизнь нетронутыми и здоровыми. Есть специализированный прибор «Вектор», который позволяет очень эффективно лечить пародонтит на стадиях от начальной до средней. Также в эти же стадии можно с успехом применять и лазер. Действие первого прибора основано на ультразвуковом эффекте. Лечебный эффект лазера заключается в воздействии специальной длинной волны света. Если комбинацию этих методик вектор плюс лазер, то эффект очень стойкий и на многие годы. В более тяжелых случаях для лечения пародонтита необходимо хирургическое вмешательство. И уже в крайних случаях требуется полное удаление зуба. Но современные технологии позволяют восполнить утрату. Возможности современной имплантологии по-настоящему впечатляют. Практически 98% можно считать имплантацией успешной. Но в любом случае нужна тщательная подготовка, обследование пациента для того, чтобы имплант поставить в правильное место, в хорошую кость. Для этого существуют специальные программы. Решить любую проблему полости рта профессионально и оперативно вы можете в стоматологическом центре «Дантист». В нашей клинике обязателен комплексный подход при первичном осмотре пациента. Мы практически каждые 5 лет меняем оборудование на новое, для того, чтобы оно было постоянно актуальным и соответствовало современным требованиям медицины. Широкий спектр услуг, высококвалифицированный персонал, наличие современного оборудования и материалов, 14 лет успешной работы. Все это стоматологический центр «Дантист». «Дантист» – ваша идеальная улыбка. Запись по телефону 35 84 10. Одна из главных составляющих летнего образа – это яркий и аккуратный маникюр и педикюр. И если вам жалко тратить драгоценные летние деньки на салоны красоты, предлагаю самостоятельно освоить эту профессию. О том, как стать мастером по маникюру, расскажет Ксения Иванцова.
Мастер ногтевого сервиса – специальность, которую сегодня может освоить каждый. Никаких ограничений по возрасту и полу. Эту профессию с удовольствием осваивают и девушки, и парни, и мужчины, и женщины. Главные качества, которыми должен обладать мастер – чуткость пальцев, хорошая координация движений, хорошая мелкая моторика, правильное цветовосприятие, способность к кропотливому труду и, конечно, умение находить контакт с разными людьми. Часто эту профессию выбирают творческие натуры, ведь современная мода позволяет мастеру проявить свою фантазию, нанести на ногти авторский рисунок, украсить ногти стразами, аппликацией и так далее. Мне нравится делать руки девушек красивыми и приятными, чтобы они были мягкими и ухоженными. Вот. А так вообще профессия очень нравится, потому что здесь можно выразить свое внутреннее художественное «я». Большим преимуществом этой профессии является то, что она может стать как основным, так и хорошим дополнительным заработком. Ведь ухоженные руки и красивый маникюр никогда не выходят из моды. Мастер маникюра может работать в салонах красоты, клиниках, косметологических центрах, а также индивидуально на дому. При полной загруженности заработная плата мастера может составлять более 50 тысяч рублей. И, кстати, обучиться этому ремеслу совсем не сложно, особенно если преподаватели – опытные мастера высокой квалификации, как в школе маникюра OPI по адресу улица Беломорская, 2. Наша школа ногтевых искусств существует более 6 лет. Особенность нашей школы в том, что педагоги этой школы участвуют в всевозможных тренингах за территорией Калининградской области и привозят сюда новейшие технологии. В школе маникюра OPI рады видеть каждого – и новичка, и профессионала. Здесь можно и пройти обучение с нуля, став мастером международного класса, и повысить квалификацию, освоить новые технологии, посетить различные мастер-классы, а также пройти подготовку к конкурсам. Для каждого индивидуальная программа и подход. Я хотела попасть именно в эту школу, потому что школа славится сильными преподавателями, сильными мастерами. В школе есть все необходимые материалы для обучения. Не откладывай на завтра. Запишись на курсы уже сейчас. Школа маникюра OPI, улица Беломорская, 2, телефон 390698. В идеале блистать в лучах знойного летнего солнца должны не только вы, но и ваше авто. Ведь чистая сверкающая машина – признак не только хорошего вкуса, но еще и отличное дополнение к любому наряду. Поэтому не ленитесь, приводите свое авто в порядок, ну а в помощь вам очередное чудо техники. Мини-мойка модели К5200 – прекрасное решение для тех, кому необходимо часто, быстро и тщательно устранять сильные загрязнения любого рода. Аппарат эффективно очищает большие площади, гарантируя образцовые результаты уборки. Это мойка 5 класса. Несмотря на ее компактные размеры, у нее довольно-таки высокие характеристики, а именно это давление и производительность. Эргономичный и продуманный дизайн мини-мойки обеспечивает комфорт во время работы. Для передвижения аппарат оснащен колесами и удобной телескопической ручкой. Мойку К5200 очень удобно подключать к водопроводу, то есть достаточно просто вставить обычный коннектор и открыть кран. Значит, также в мойке 5200 универсальные соединения, называются Quick Connect и Click. То бишь вы просто вставляете шланг, не надо его вам прикручивать. Таким же образом этот шланг вставляется и в пистолет. В комплект мойки входит длинный 9-метровый шланг для широкого радиуса действия, всасывающий шланг для химии и две насадки. Струйная обладает регулировкой давления и специальным положением для подачи химии. Также в комплект входит насадка-фреза. Это закрученная струя, с помощью которой вы можете удалить любые там въевшиеся загрязнения, а также помыть, допустим, колеса машины. Все насадки крепятся на корпусе мини-мойки. Таким образом, все необходимое у вас всегда под рукой. Сегодня мини-мойка Керхер К5200 может стать вашей всего за 9000 рублей. Предложение действует только в Керхер-центрах «Чистая компания» на улице Черняховского, 76Б и на Московском проспекте, 163. Ориентир – магазин «Тысяча мелочей». Также в Керхер-центрах «Чистая компания» вы можете приобрести дополнительные аксессуары для мини-моек, представленные в широком ассортименте. Спешите в Керхер-центры «Чистая компания». Улица Черняховского, 76Б, Московский проспект, 163. Активно
Активную подготовку к пляжному сезону продолжим после небольшой, но по-летнему теплой рекламы на Первом городском. После небольшой рекламы вы увидите. Подбираем новый образ для пляжного сезона. На время забудем о диете и побалуем себя чем-то вкусным. Идем в кино. Выбор нашего глянца. Многие из нас ежедневно тратят уйму времени, чтобы привести себя в порядок. Сложная укладка и мейкап занимают порядка 3 часов. Однако не стоит забывать, что в летнее время яркий макияж может сыграть против вас. Гораздо разумнее будет отдать предпочтение объемной туши и нежному блеску для губ. О всех передовых тенденциях сезона «Лето 2013» расскажут наши постоянные эксперты в рубрике «Большая перемена». Нонна Мирная, 24 года, бармен. 2 года назад окончила вуз. Поработала по профессии в качестве логиста недолго и нашла свое призвание в искусстве смешивания коктейлей. В моей жизни произошла большая перемена. Поскольку я все время проживала с родителями, сейчас я приобрела жилье. И для меня это действительно большой шаг в самостоятельную жизнь. С этим мне хочется поменяться также и внешне. И я надеюсь, ваша команда «Большой перемены» мне в этом поможет. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Нона. Сегодня я буду вашим парикмахером-колористом. Буду подбирать вам образ, цвет волос и стрижки. Проходите. Спасибо. This is your last chance. Волосы немного устали, я хочу их оживить одновременно во время окрашивания краской. Краска будет не перманентная, не глубокая. Окрашивание будет, это будет тонирование, полуперманентное окрашивание. Хочу нанести немножко другой цветовой нюанс, слегка поменять волосы, цвет волос. А что касается стрижки, решу потом. И по сложившейся традиции большой перемены наша героиня увидит себя только после преображения. Полуперманентное окрашивание подходит как раз девушкам юным, у которых нет седых волос, не пигментированных волос. Это не глубокое окрашивание, но достаточно стойкое, не нужно его бояться. В течение месяца или полутора месяцев цвет будет сохранен и очень бережно вымываться из волоса. После применения шампуня для окрашенных волос я использую маску. Но в этот раз я выбрала маску для тонких и ослабленных волос, чтобы восстановить волосы Ноны максимально. Сделаем небольшую паузу и отправим Нонну в руки стилиста проекта Ирины Сортовой. Я выбирала себе одежду, и в итоге остановилась вот на таком платье ярком. И на заметку телезрительницам, яркий цветочный принт сейчас в тренде. И большинство мировых дизайнеров отдали свое предпочтение ярким глубоким цветам, таким как синий, зеленый, желтый. Держи, пожалуйста, свое платье, и его дополнит вот такой вот браслет объемный и туфли на высоком каблуке. На этом преображение не заканчивается. Отправляем Нону к визажисту. Сегодня будет дневной макияж, который подчеркнет достоинство Нонны, ее молодость и девичью красоту. Елена Петренко поделилась небольшим секретом. Самые лучшие тени, которые позволяют заиграть зеленым глазам, должны содержать розовый цвет. Сегодня, например, я нанесла нашей героине теплый розовый и подчеркнула его графитом. Снова возвращаем нашу героиню в кресло к главному мастеру проекта Елене Спиркиной и заканчиваем образ. А сейчас настал момент, когда наша героиня увидит себя впервые после большой перемены. Ну что, готова увидеть себя новую? Угу. Страшно. Боишься? Ну, есть немножко. Тогда разворачиваемся. 1, 2, 3. Да ладно. А, клево. Офигеть. Я не ожидала.
Ты, наверное, боялась, что коротко будет. Да, когда я увидела, как подстригаете волосы, у меня же прям мурашки побежали по коже. А сейчас вообще просто. Просто отлично. Макияж? Макияж тоже здорово. Не ожидала никогда, в принципе, не пользовалась такими там тонами. Но сейчас вижу, что они мне идут. Ну что, большая перемена удалась? Удалась. Хочу сказать большое спасибо команде «Большая перемена». Это здорово. Я вообще... Слов нет. В общем, спасибо большое. Я просто счастлива. Сидя на жесткой диете, каждый из нас может испытать ярое желание съесть что-нибудь запрещенное. Порой это желание не дает нам покоя на протяжении нескольких недель. И в итоге наступает момент вполне ожидаемого срыва. Однако все это легко предотвратить. Позвольте себе маленькую слабость, рецепт которой запишите из нашей следующей рубрики «5 минут от шефа». Сегодня вашему вниманию мы предлагаем теплый ролл «Токийская Калифорния». Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Рис, икра, огурец, авокадо, краб, водоросли нори. Берем 120 граммов отварного риса и прессованные водоросли нори. Распределяем рис таким образом, чтобы оставить треть водорослей. На рис укладываем икру сверху и нарезанный дольками авокадо и огурец. Начинки получилось много, поэтому сворачиваем ролл и с помощью воды склеиваем водоросли. И на 3 минуты отправляем во фритюр. Вкусные и сытные роллы «Токийская Калифорния» готовы. Нарезаем и подаем на стол со всей необходимой атрибутикой. Имбирем, васаби, соевым соусом. Приятного аппетита! Как всегда, самые громкие премьеры месяца доступны калининградскому зрителю. Самые честные рекомендации, на что стоит посмотреть и как не ошибиться с выбором, узнайте из нашей постоянной рубрики «Киногид». В кинотеатре «Заря» на этой неделе нашумевшая история «Легенда номер 17». И вот здесь твоя главная битва! 2 сентября 1972 года Монреаль, хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7-3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее. Теперь весь мир знает его просто по номеру 17. Валерий Харламов, забивший в том матче 2 шайбы, мгновенно взлетает на вершину славы. В современной Москве Карабас-Барабас, сменив имидж и имя, открывает фабрику по производству игрушек. В цехах высотного здания из сырья старых игрушек производятся две инновационные модели – робот-зубастик для мальчиков и кукла-гламушка для девочек. Среди игрушек зреет сопротивление. А во главе, конечно же, он – Буратино, неутомимый и вечно юный любитель приключений. Девочки придумали воображаемого защитника. Они зовут ее «Мама». Очень славные девочки, док. Мы их берем. Теперь мы будем защищать вас и оберегать от... Даже самый крутой фильм не может называться блокбастером, если на него не сделали пародию в очень страшном кино. Трепещи, Голливуд, рыдайте, супергерои. Достанется абсолютно всем. Эй, это грабеж! Демоны вселились. Смех продлевает жизнь, поэтому посмотрите самую смешную комедию «Очень страшное кино 5». В главных ролях Линдси Лохан, звезда сериала «Мелроуз Плейс», Хизер Локлер, Чарли Шин и другие. В тюрьме бывало и похуже. Приятного просмотра. Быть красивой этим летом невероятно просто. Термальная вода, побольше витаминов и разумное пользование солнышком. Вот и весь набор. А самое главное, девушки, запомните, вы всегда должны идти с высоко поднятой головой. И если уж опускать голову вниз, то только для того, чтобы полюбоваться на свои новенькие туфли. С вами была Оля Миланович. До встречи на глянцевых страничках тележурнала «Страна Советов».
генеральный спонсор тележурнала «Страна Советов» – стоматологическая клиника «Центродент». Клиника «Центродент» – полный спектр стоматологических услуг. Ортодонтия, протезирование, имплантация, детская стоматология и многое другое. 25 лет успешной работы, 95 врачей-стоматологов. Мы ждем вас ежедневно с 8 утра и до 9 вечера без выходных и праздничных дней. Клиника «Центродент», улица Калужская, 30-38. Запись по телефону 95-77-03.